После 20 лет насмешек и травли Эдуард Мане получил в этот год долгожданный орден почетного легиона и возможность показывать свои произведения на французском салоне без одобрения жюри, вне конкурса. Но даже эти почести не сделали Мане понятным для современников. Художнику оставалось жить всего год. Он страдал от мучительных болей, проходил изнуряющие лечебные процедуры и не мог подолгу работать. Портреты и натюрморты все чаще рисовал пастелью. Забрасывал начатые работы и не в силах был вернуться к ним по несколько месяцев. В этом состоянии Мане пишет свою самую загадочную картину, новые толкования, которые предлагают арт-критики до сих пор. Бар Фоли Бержер. Мане редко требует сюжетной и символической трактовки образов. Многие элементы на его картинах появлялись лишь потому, что того требовал живописный закон произведения. Мане часто играл с фруктами и цветами и не рассказывал истории, но только не в этой картине. Пространство, созданное Мане в этой картине, совершенная иллюзия, нереальность, которую начинаешь осознавать только когда вглядываешься в нарочитые несоответствия. Питерский искусствовед Илья Доронченков предлагает начинать список загадок картины прямо с жанра. Портрет? Похоже, но слишком сложно для портрета. Хоть на нем изображен конкретный человек, барменша Сюзон, которую завсегдатаи Фоли Бержер хорошо знали. Для бытовой сцены здесь тоже слишком много загадок, отражений. Зеркало, отражающее толпу у бутылки, отражающиеся в зеркале в неправильном порядке. Отражение мужчины, на месте которого, по логике, стоим именно мы, зрители. Держитесь крепче, мы стоим в воздухе. В зеркале это видно. Все эти оптические иллюзии заставляют взгляд зацепиться и идти дальше. Искать несоответствия психологические. Привлекательная девушка за барной стойкой – это маркетинговый ход подобных увеселительных заведений. Своим видом она должна остановить проходящего и заставить его купить бокал шампанского. Но она смотрит сквозь нас. Она отрешена и выключена из происходящего. А вот в отражении она же, но совсем с другими очертаниями фигуры. Более плотная и округлая. Ведет себя так, как должна бы, или так, как вела себя минуту назад. Наклоняется к мужчине. Социальные искусствоведы ищут в ее образе схожесть с товаром, который продается так же, как и выпивка в баре, а в ее грусти находят реакцию на такое положение. Классическое искусствоведение видит в положении ее рук аналогии с древними изображениями Божьей Матери и Христа. Но ни одно предположение не подтверждается самим художником и не оказывается очевидным. Он взывает к активности зрительского взгляда, не давая ответа на наши вопросы. Мане 20 лет только тем занимался, что меняет глаза зрителя, растит в них новое восприятие живописи, и в конце жизни художник создает произведение, которое запустит новый процесс в отношениях между творцом и зрителем, совместное творчество и создание смыслов. Кстати, годом ранее Мане набросал этот бар с другой героиней.